Глава района обещает, до 2016 года очередь в детские сады будет ликвидирована. И в этом нет причин сомневаться, видя, сколько за последние годы на карте района появилось новых дошкольных учреждений. Но не только путем строительства решается данный вопрос. Дошкольное отделение, о котором пойдет речь в нашем следующем сюжете, недавно появилось на территории Видновской общеобразовательной школы номер 6. Палец толстый и большой. В сад за... Помогайте, в сад за сливами пошел. Указательный с порога указал ему дорогу. Воспитательный процесс в детском саду не должен останавливаться ни на минуту, уверена воспитатель-методист с почти полувековым стажем Валентина Дмитриевна Бакланова. Воспитанники замечательные, садик красивый. Ну, здесь просто благодать. Вы понимаете, приходишь сюда как на праздник. И детей встречаешь, и они тебя с улыбкой. Ну, я, например, радуюсь своей жизни, мне здесь нравится. Нравится здесь и ребятишкам. За первые дни у них появились и новые друзья, и новые игрушки. Мне понравились игрушки. Мячи. Еще машины. Все мне понравилось. Ребята быстро осваиваются на новом месте, с удовольствием играют в ролевые игры. Доктор Вика любезно согласилась полечить и меня тоже. Давайте откроем. Открытие маленького детского сада на 40 мест финансировалось из средств районного бюджета. Более 8 миллионов рублей потратили на ремонт и оснащение помещений. Вся мебель здесь новая, качественная, предусмотрены все необходимое игровое оборудование для развития наших детей. Также мы предусмотрели необходимое игровое оборудование на территории этой школы. Здесь и тренажеры детские специализированные, и песочницы, и игровое оборудование. Я думаю, что нашим детям будет здесь комфортно, и они с удовольствием будут посещать этот детский сад. А для 6-й школы появление дошкольного отделения стало новым этапом в развитии. Модель выпускника любой школы – это всесторонне развитая личность. И я думаю, что вот это развитие, которое начиналось раньше с начальной школы, в нашей школе начнется с дошкольного образования. В целом же для района открытие этого маленького детского сада – еще один шаг в решении наиважнейшей проблемы – проблемы ликвидации очереди в дошкольные учреждения. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.